Актауские мыши не прочь полакомиться фастфудом. В сети появилось видео грызунов, которые искали себе пропитание в одном из киосков по продаже еды быстрого приготовления. Торговая точка располагается на территории рынка. Грызуны залезли на прилавок с мучной продукцией, охотно лакомились пирожками и самсой. Моя коллега Салтанат Айджанова с подробностями. В Актау сняли видео, на котором несколько мышей хозяйничали на прилавке с самсой. Грызуны, не боясь людей, поедали наготовленные поварами мучные изделия. Для любителей уличной еды. У меня ужасная новость для вас. Если честно, мне страшно даже подходить сюда. Вот земельная, это напротив ларек, где пирожки и самсушки всякие продают. К моменту приезда съемочной группы киоск с уличной едой закрыли. Местные торговцы утверждают, сегодня прилавок не открывали. Условиями работы заинтересовали санврачи. По их словам, объект в управлении не зарегистрирован. Однако экстренно отреагировать на подобные случаи они не могут. Есть правила. Да и введенные моратория не позволяют отследить и отсеять подобные точки. Мы сделали запрос в акимат города Актау, в отдел предпринимательства по получению данных на данный объект, какое ПТО, либо какое физлицо занимается данным бизнесом, после чего мы будем действовать дальше. Санврачи призывают актаусов отказаться от уличной еды, так как в подобные точки общепита они могут нагрянуть только после обращения самих жителей. Салтанат Айджанова, Мухагали Нурдаулетов, ТДК-42 из Мангистауской области.